Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам хотела показать новую покупочку свою. Это погружной блендер Zygmunt & Stein. Так, 1500 ватт мощности. Сейчас мы посмотрим, что там в наличии. Марка называется вот так вот, 345M. Купила я через CityLink за свои деньги. Это обзор просто от меня лично. Это не проплаченный обзор. Можно было купить, наверное, и дешевле где-то. Но мне было удобно в CityLink, чтобы привезли, и я потом оплатила. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Блендер состоит из такой вот чаши измельчителя. Здесь 800 миллилитров. Здесь, видите, нанесена шкала деления, даже удобно. Плотно закрывается очень такой нож. Сам блок электродвигателя, он такой тяжеленький, знаете ли, прям тяжеленький. В руке интересно, не тяжело будет держать. Он так-то приятно вообще держится. Полторы тысячи ватт. Так, шнур. Наверное, метра нет. Так, на ручке находится плавная такая регулировка и 6 скоростей. Вот первая, вторая, третья. Четвертая, пятая, шестая. Режим турбо есть для наиболее быстрой интенсивной обработки продуктов. Скорость вращения двигателя от 10 тысяч до 16 оборотов в минуту. Да, уровень шума пониженный. Так, вот это насадка блендер. Просто до щелчка одевается, а снимается вот на кнопочку. Раз. И снимается. Оп. Вот такой вот насадка блендер. Дальше у нас есть еще насадка венчик. Для насадки венчика есть вот такой переходник. Опа, тоже защелкивается. А сюда просто вставляется венчик. Здесь рисочки есть. Оп. Есть стакан для смешивания. Не стекло, пластик, конечно. Тоже есть мерная шкала. Вот такой вот стаканчик. Это как раз вот погружать венчик. Снимаем. Вот видите, кнопочки светятся. Слышите? Как бормашина работает. Это у нас на шестерке стоит. Сейчас мы на единичку включим.
Первая кнопка – это кнопка мощности, а вторая кнопка – это турбо. Так, на днище чаши присутствует антискользящие вставочки, чтобы не бегало по столу. Стоит, видите, как вот так. Снимаем. Оп, защелкивается. По мне, единственный минус – шнур коротковат. Вот так выглядит блендер. На кнопочку нажимаем и снимаем. Вот такой блендер мы себе приобрели. Насколько хватит, не знаю. Но предыдущий блендер, который был куплен почти за 15 тысяч, это цептеровский блендер. Он пришел в негодность, хотя я за ним очень следила хорошо. Ему уже, конечно, много лет. Саша сказал, что оплетку мне поменяет. Почему-то вот так вот оплетка, вот видите, здесь уже заматывали. Оплетка пришла в негодность. Наверное, от старости. Блендер рабочий. Я им пользуюсь. Но иногда, конечно, слетают насадки. Но, как в инструкции у Цептер говорится, подожмите их плоскогубцами. Мы поджимаем плоскогубцами. И Саша иногда мне вот эту вот штуку отворачивает, там подчищает, если вдруг что-то попало. А так пользуюсь. Наверное, уже вот этим вот блендером, ну, лет, наверное, 10 точно. Сейчас я запчасти, которые нужно помыть, помою, и мы с вами что-нибудь приготовим при помощи этого блендера. Рвет из рук прям. Я вот его поднимаю, да, поднимаю, чтобы боюсь уронить. Мне понравилось. Турбо, говорю, вырывает аж из рук. Замечательная мощность. Стакан молока. Смотрите, стакан поднялся. Посмотрели его в действии. Вот такой смузи получился. Посмотрите, какой густой. Взбилось все шикарно. Вот. Вкуснятина какая. Сейчас Димочка сдаст экзамен. Последний, география. Возможно, зайдет ко мне, я ему обязательно приготовлю такой смузи. Бананчик еще есть у меня. Прям чудо чудесное.